На территории России в текущем году проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств. Его результатом должен стать выход на более качественный уровень в борьбе с контрафактными и фальсифицированными лекарствами. Суть эксперимента состоит в том, что маркировка лекарств будет осуществляться при помощи двухмерного штрих-кода. Отличие от маркировки обычным штрих-кодом состоит в том, что двухмерный штрих-код содержит данные о стране производства, о компании и конкретную серию. Также на упаковке будет присутствовать уникальный код каждой отдельной пачки, созданный генератором случайных чисел. Маркировать лекарства должны сами производители препаратов. В течение первого квартала следующего года двухмерным штрих-кодом предполагается обеспечить препараты, закупаемые в программе «7 нозологий» и лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Во втором квартале маркировки по плану подлежат препараты стоимостью более 500 рублей, а в третьем – стоимостью более 1000 рублей. Все остальные лекарства, обращаемые на рынке, должны получить контрольные знаки в четвертом квартале 2018 года. Отмечается, что с 1 января по 31 декабря 2018 года будет поэтапно введена обязательная маркировка всего объема лекарственных препаратов.